С начала года в исправительных учреждениях Северного Казахстана зафиксировано 136 попыток передачи запрещенных предметов. Это меньше, чем в 2010-м, отмечают специалисты, но с каждым годом растет фантазия родственников осужденных. На какие только ухищрения они не идут, чтобы принести незаметно деньги, наркотики и другие запрещенные вещи. Так, в учреждении ЕС-164/4, где отбывают сроки особо опасные преступники со всей страны, в посылках из Усть-Каменогорска найдено 11 граммов героина. Как выяснилось, адресованы они были двум разным заключенным. 27 полиэтиленовых свертков были спрятаны надежно в плодах чернослива, из которых предварительно вынули косточки. Теперь отправителей ждет уголовная ответственность. И еще один случай. Родственник пытался спрятать сотовый телефон с сим-картой в куске вареного мяса. Его привлекут к административной ответственности. С начала года оштрафовано уже 24 человека.